Буйны завод по вытворчасці самагону организовал 18-годовый беспрацоўный жыхар Гродна. Саматужная кропка была размещена ля водоема близ лесу, что каля агроградка Озеры. Калі на месте з'явились праваахоўцы, молодый человек поспел вырубить парадку 20 литров самагону. Апроч того, специалистами конфискована каля 7,5 тонн браги и самагонный аппарат. Як патлумачыў затрыманы, гэты напиток вырабляўся выключно для асабістых мэтаў. По факте проводится дальнейшая проверка.